Привет, привет, мои дорогие. Только что приехали из школы. У нас, как вы знаете, четверо детей. Мы поехали в среднюю школу. Там дали вот такие обеды, завтраками вместе. Хочу показать, что дали сегодня в школах. Эти два пакета дали в школе старшего сына. Он ходит в взрослую школу, так скажем. В Америке есть три категории. До 5 класса маленькая школа, средняя с 6 класса по 8 класс. И с 9 класса до 12 это старшая школа. Думаю, вам интересно будет, что сегодня дали. Это такие брокколи, маленькие морковку положили. Я не буду все пакеты открывать. Вот одну откроем. Вот таких вот они в порционных пакетах. Это пицца. Они, это все холодное с этих. Такие холодильники были, вот снег вытаскивают, нам дают. Это груша в сиропе. Десерт. Вижу овсяные хлопья, что ли. Ну, такой как закусочка. Апельсин, тоже очень холодный. Ложечка, салфеточка, трубочка. Шоколадное молоко в виде какао. Я так называю его, может, шоколадное молоко. Это обычное молоко. Это все дали в одной школе, так как у нас четверо детей в маленькой школе, я сказала. Неважно, сколько детей учится именно в этой школе, ты подходишь, говоришь хоть 10, грубо говоря. Они ничего не проверяют. Мы решили 4 сказать, так как у нас четверо детей, поэтому 4 дали. Дай посмотрю сама в этом пакете, что дали. Ну, это очень вкусный десерт. Это свежая клубника, протертая только. Смотрите, такой сок мы видим. Мой муж решил гамбургер достать и смотрит, какая начинка там. Так, с молоко одну бутылочку. Джуз, apple, яблочный сок. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть почему? Потому что в школе старшего сына мы сказали 6 персон в семье. Там спрашивают, сколько человек в семье. Мы сказали 6, поэтому нам дали на всех. И четверо детей, и родителей. Картошку дали. Тоже интересненько, чтобы готовить. Дали семечки очищенные. Иногда они... солью бывает, иногда, да, вот соль написано, иногда сладкие, хотела сказать. Так, 3, 4, 5, 6, 6. Так, дальше. Вот такие треугольные с какими-то травами пицца. Они теплые, они вот тепленькие. Они с печки достают, дают. Такие специальные печки бывают. Так, дали 3, 4, один муж мой забрал. Гамбургер. Этих дали 3. Сейчас подождите, она что-то открылась. 3, 4, 5, 6. Я бы не сказала, что они прям очень вкусные, но очень приятные на вкус и съедобные вещи. Такие мягенькие. Как пицца, знаете. А, все, нашла. Извиняюсь, школа перед вами, что я сказала 5. Так, смотрите, мой муж один забрал, тут 5 штук, значит 6 дали на всех на самом деле. Не забыли про одного. Это такие теплые эти оладушки. Видно, что их подогревают там же в печках. Так, хотите, как выглядит гамбургер, увидеть? Сейчас, подождите. Вот так он выглядит. Вот такая вот куриная котлеточка. Без ничего. Ни сыра, ничего нету, но она очень вкусная. Тепленькая сама. Сейчас закрою как-то. Вот. Это не все. Это, как помните, я сказала, что это в старшей школе моего сына дали. А эти вещи дали в средней школе моей старшей дочери. Вот. В этой школе, где этих вещей давали сегодня, вот этих вот, давали фудбанк. Фудбанк – это продовольственная кладовая называется, где можно бесплатно продукты взять. Вот такую вот коробку сегодня давали. Вот,
Families написано. Фермер, two families. Вот такое. Сейчас посмотрим, что находится. Нам сказали, до 13 декабря каждый понедельник будут давать. Мы второй раз берем. Здесь тоже такая же картошечка. Я решила вот прямо на улице вам снимать, не доходя до дома. Так, о, такие прямо... Хорошо, что они мелкие, да? Потому что дети не любят у меня в последнее время яблоки. Нажрались, так скажем. Пару раз откусывает и оставляет. Вот как раз размер детям. Если, например, обычных фудбанках дают чуть-чуть испорченное, чуть-чуть там некачественное, так скажем. Когда вот в школах раздают фудбанк, он идеален бывает. Настолько свежащее, что прям придираться не к чему. Также яблоки. Не найдете ни одну испорченную. Это котлеты. Видно, что куриные. До 18 декабря срок хранения. Они такие полуфабрикаты. Нужно подогреть всего лишь. Так. Чиз. Это стопроцентный такой этот творог со сметанкой. Не знаю. Или. Да. Вот, угадала. Какой-то зерновой творожочек. Сметану дали большую. У нас был один стаканчик такой дома тоже. Смотрите, большой стаканчик. Вес какой тут? Килограмм 360 грамм сметаны. Это сыр, но как называется это? О май гад, чиз. Не знаю, как называется. Ну, сыр. Видно, что желтенький, полутвердый сыр. Еще есть такая вещь, но мы его и на этот раз не будем кушать. Это, знаете, какая-то мелкая-мелкая курица, как будто вот фарш курицы, но это не фарш, видно. В каком-то томатном соусе, вот написано, там это пас, там чего-то. Мы это не будем кушать. Его быстро готовят, такосы, буррито кладут, что ли, не знаю. Это для мексиканцев большая часть. Теперь дали 1 галлон молока 2%. Вот. Что там еще интересного? Ничего не вижу. Свежее молочко. Вот до 25 декабря срок хранения есть еще. Так, подвинься, коробочка, пожалуйста. Как вам показать еще более интересно, чтобы было, надеюсь, видно было. Вот. Сейчас отнесу домой все это. Теплые гамбургеры. Вид пиццы. Витаминчики, молочко, овощи, закусочка, сок для готовки, картошечку. Все нормально. Это школа все дала. Просто подходишь, подъезжаешь или подходишь, были люди пешком. Всего лишь вопрос тебе, сколько это означает, людей или детей. Ты говоришь, сколько хочешь, ничего тебя не спрашивают, никаких документов. Ребенка не просят показывать, не знаю, свидетельство о рождении не просят. Ну, абсолютно ничего. Просто подъезжайте, спрашивают, сколько. Ты пальцами показываешь, они тоже руками показывают, язык жестов используют. Так как все сидят в машинах, и как бы дистанцию надо держать. Все, ты показываешь, они уже на стол кладут. И все, ты идешь. Вот эти завтраки, я сама вышла из машины, одела маску, взяла вот со стола, они как бы кладут на стол, и ты подходишь, забираешь со стола. А эти вещи в коробку мужчина сам положил к нам в машину, мы дверь открыли. Это тоже на стол положили, сами отошли, мы взяли тоже. Ну вот как-то так происходит. Без проблем, без претензий друг к другу. Спасибо, хорошего времени суток вам. Пока-пока.